Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы делаем запись цикл бесед, которая называется «Во свете Библии». Ответы слушателям на их вопросы на основании Библии, канонов Святой Православной Церкви и святых отцов. Ну вот у меня написаны были книги «Открытым оком». 752 страницы в томе, 50 томов у меня вышло. Это вопросы и ответы и проповеди, которые я говорил в храмах. Ну, ответы очень подробно отвечены. Ну и решили, от 11 лет назад вышел первый том. Сейчас я попросил брата Игоря Добунова найти такие вопросы, которые нуждаются в том, чтобы еще дополнить, что за это время было, как бы более подробно. Да и читающие говорят, читать как-то тяжело, а вот ролики смотреть легко. Но была бы у нас аппаратура хорошая, у нас самый маленький видеозаписывающий аппарат. И поэтому, ну вот как есть. Людям прикрепляют сюда микрофончик, а у нас ничего этого нету. Поэтому наши записи самого, можно сказать, низкопробного качества. Но внутри, вот что у нас есть, я скажу по сегодняшний день, я нигде не встречал, чтобы ответ давали согласно того, что я сказал. Все согласно Слову Божию. И мы тут сделали так, чтобы все это было видно. Итак, следующий вопрос. Вопрос 366 из первого тома «Открытым оком». По Священному Писанию вопрос. Откровение, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Вопрос. Объясните, как не принявшие начертания ожили и царствовали 1000 лет, если сама печать будет за 3,5 года до конца света? Вот этот вопрос очень сложен для сектанта, для православного очень простой. Дело в том, что любой стих Священного Писания толковаться должен без разночтения с остальными стихами Библии. А если не так, их примирить надо между собой, чтобы противоречия не было. У Бога нет такого, что сказал «да», а завтра «нет», у него все «да» или «нет». И вот этот вопрос, ну, требует большого разъяснения. Ну, я все-таки 50 лет имею стаж беседы с разными сектами и скажу, в этом вопросе они проигрывают все на 100%. В этом вопросе у них ничего нет истинного, абсолютно. И при том, если зал, ну, несколько сот человек, практически ни одного нет, который с этим бы не соглашался. Но практически все остаются на том же. А который уже крепко так понял, испугался Бога, те стали православными. А вопрос очень сложный. И доказать его очень и очень легко. Я это постараюсь говорить, хотя у меня уже ролик на эту тему есть. Но там я просто один считал, как-то не так, а здесь дальше. Вот мой ответ, это из книги моей. Это место послужило основанием учения о хилиазме, тысячелетнем царстве на земле. Адольф Гитлер тоже провозгласил свое тысячелетнее царство. Ein tausend jähriges Reich. Вот Рейх — это царство. Все до единой секты пребывают в этом заблуждении, ожидая, что умершие праведники, то есть они, оживут и будут восхищены вместе с оставшимися в живых в сретении Господу за 1000 лет до кончины мира, до последнего дня этой жизни. Библия опровергает это их заблуждение многими свидетельствами и словами самого Иисуса Христа. То, что в последний день будет суд, об этом мы читаем так. Иоанна 12, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Вот я беседовал когда, вот я сам написал. Смотри так. Вот Христос воскрес, с этим соглашаются все. Какое там событие было? Ну себе просто запишите один раз. Это учение 2000 лет. Вся Вселенская Церковь понимала именно так и так и понимает. Вот это на Голгофе, Христос воскрес, ну 3 дня, это все в одно событие считается. Началось 1000-летнее царство. А когда? Сатана скован на 1000 лет. Вот начало 1000-летнее, дальше. Сатана скован. 1000-летнее царство. Это все на нашем сайте к истине один народ.ру. Вот оно идет время. А сколько время? 2000 лет идет сегодня. 1000 лет это неопределенное время Евангельской проповеди. А вот это последняя точка, вот это что? Это всеобщее воскресение праведных и грешных. Это одновременно. Здесь что? Страшный суд.
Здесь что? Восхищение церкви, пришествие Христа, судить, живых и мертвых. Все воскресают. Вот от Христа, как вам, идут, а только один акт, 3,5 года, время царствования Антихриста. И тысячелетнее царство, и сковывание сатаны, они идут вместе, за 3,5 года кончается. Вот он будет развязан на малое время. Вот этому толкованию ни одно место Писания не противоречит. Нигде. Потому что тут вопрос на вопрос. Почему Христос не учил о тысячелетнем царстве? Не знаю, да как же. Ну а почему апостолы не учили об этом? А только в одной книге говорится у Иоанна. Тем более книги таинственные, видел я в духе. Эту книгу-то не принимали 300 лет еще в число книг божественных. Считали, что это подлог какой-то. И вот теперь на одном стихе сектанты все зациклились 1000 лет. Ничего не понимают они. Один раз выслушайте. Один раз хотя бы. Запишите это. И вот теперь еще, в этой беседе, когда начинают, обязательно должны быть, я поближе покажу, вот такие часы купить надо. Они называются шахматные часы. Вот это я сижу, а там брат сидит. Вот я теперь нажал, а у него кнопка подскочила. Все, его время пошло. Я кончил, он кончил, нажимай. Все, пошло мое время. Я кончил говорить. Все, а теперь я хочу говорить, когда он не будешь говорить. За этим у нас назначено во время беседы арбитры. И они смотрят, часы работают, и сидящие все записывают. Я начал в такое-то время, мы сведем, проверим. И заранее договариваемся, кто будет, не будет соблюдать этот регламент, значит, засчитывается ему поражение. 10 минут там противнику дадут или еще что-то. Крикунов сразу уводить. Но не везде одинаково. Ну, вот адвентисты те взрывные. Потому что вот это заблуждение, учение-то они наградили вот этой пакостью, назову, заразой, лживым учением баптистов и остальных. У баптистов-то не было этого учения никакого. Оно им не принадлежит. Вот от тысячелетия царства это чисто адвентистское учение. Хотя оно было где-то раньше, но они его трансформировали на папство, направили, папа это, папство, все такое вот есть. Итак, начинаем дальше говорить. Иова 19 глава 25 стих. «И я знаю, Искупитель мой жив». И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Так вот, слово «последний день» означает, за ним ничего нету. Воскресение из мертвых. Иов, эта книга считается древнейшая. Примерно на равных с книгой «Бытие» идет. И он понимал так же, он в последний день, даже отвергающий меня, неверующий, и не принимающий слов моих, будет судить Господь его словом, которое говорит, последний день, вот оно, в последний день. Значит, в последний день воскреснут праведники, и в последний день будут судить. Мы нашли. С нами сходится вот здесь. Ну, конечно, здесь общий суд, вот написано. Здесь всеобщее воскресение. У нас все сходится. Дальше. Иоанна 6 глава 39, 40 стихи, 44 и 54 стихи. 4 раза. В одной главе говорится, что такое последний день. Сектантам, как говорят, это не по уму. Почему? Потому что отвергли, сатана помыслил мозги. Тут яснее ясно, последний день никак не верит. Я беседовал, то выходит проповедник у баптистов. Я говорю, написано, ну что, поле это мир. Ну, Россия вместе плевел. Он говорит, ну я и говорю, что церковь. Я говорю, как ты говоришь-то? Ну, как я сейчас проповел. Ну, написано мир, толкование дается. Ну, да, это церковь. Я снова открываю, смотри, поле, тире, это мир. Конечно, церковь. Это надо каким-нибудь уже не оболтусом, как говорится, уже мозги сдвинутые. Я с ним 10 раз говорю, ну, ты сам прочитай. Он доходит до этого места, смотрит, не читает. Я говорю, ну, читай вслух. Поле, это мир. Мир, вот этой жизни живем. Поле, ну, конечно, это церковь. Что, это неодержимость бесовская? Это в Барнауле я говорю. Радищев 67, Кропте Виктор. Да. Я называю конкретно, когда что? 50 лет. Я с этой темой, когда они назначают ее, у них проигрыш полный. Ну, они могут для себя думать, а я спасен, за меня Христос умер, главная любовь. Для них больше ничего нету, все окружено. Мы спасены в надежде. Вот теперь мы считаем. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Что дал Бог верующим? Не за 1000 лет до его прихода, до последнего дня, а в последний день. Господь говорит, сначала свяжите, говорит, плевелы, наоборот даже. Сначала грешников, а у сектантов наоборот, сначала праведники за 1000 лет. Я говорю, а сколько в году дней? Да что, не знаешь.
Я-то знаю, а ты скажи, 365. А в тысячи годах сколько? Ну, 365 тысяч дней. Вот во сколько вы ошиблись. За 365 тысяч дней до последнего дня вы праведников уже воскресили. Даже вот сейчас, которые слушают сектанты, они ничего не понимают. Вот это и говорит о том, что там нет Духа Святого. Это самое сильное место, которое доказывает. Считайте, когда воскресит в последний день? Воля, пославшая меня из та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Значит, о таком речь идет, о праведниках. Видящий Сына, верующий в Него, имеет жизнь вечную, я воскрешу его не за тысячу лет до последнего дня, а в последний день. Ну последний что? Последняя страница книги, последний рубль, последний день в году. Какое слово последнее? Другого значения-то никакого нету. Они начинают обыгрывать слово последнее. А это смотря что означает последний. Ну означает, что все кончилось. Ну нету больше. Ты последний день живешь, завтра тебя расстреляют. Что-то непонятно-то. Ну когда приговоренный человек-то. Да. Последний день. Отошла коту масленица. Значит все, завтра пост наступает. Ну везде слово последнее имеет только один смысл. Для всех, кроме тех, кто ушел из церкви. Они лишились благодати Божией. Дальше. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. А сектанты? Ну Христос мало, что он в последний день. А сектанты за тысячу лет. А почему? Дух заблуждения, дух лжи вошел в уста. Как времена пророка Михея. И они ничего, он не вышел, он никуда не вышел. В этом вопросе. Дальше. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его. Последний день. Вот, причастия нет, церкви нет, на исповедь не ходят. И поэтому они себя выщелкивают на другой какой-то период времени, семь периодов. Вот такую бредню несут. Ну написано, имеет жизнь вечную. Вот оно, имеет. Кровь. А вы крови не имеете, только воспоминания. Значит, для вас это не, к вам не относится. Воскрешу в последний день. Четыре раза в одной главе говорит, в последний день. Дальше. Иоанна 11 глава 24 стих. Марфа сказала ему. Знаю, что воскреснет воскресение в последний день. Вообще, всеобщее воскресение. Правильно, неправильно. Марфа знала. И Христос ее в этом не стал переубеждать, потому что она права была. Знаю. Откуда она знает? Так учили евреи. И учили правильно. Марфа сказала, а сектанты сказали бы, да знаю, воскреснет за 365 тысяч дней до последнего дня. Правда, длинное вступление, как генеральный секретарь компартии. Брежнев любил это. Слово «последнее» означает то, что за ним уже ничего нет. Последняя страница Библии, последний рубль, последний метр. Господь в притчах показывает, что в последний день будет воскрешение из мертвых, суд, жатва, восхищение. Наступает вечность. Пшеница и плевелы будут на земле до жатвы. И рыба добрая и худая в море до жатвы вместе. И выбирать этот сорняк будут сами ангелы во время жатвы. Ну ты притча об этом говорит. Невод подтянул, хорошую, худую выбросил. Сначала худую, а у них наоборот сначала праведники на небо. Перевернутся совершенно. Пшеница возносится на небо за тысячу лет. А Евангелие говорит о том, сначала возьмут плевелы и сожгут. Ну тут-то не надо ничего уже толковать. Не раньше. И вначале плевелы и худую рыбу. Не так, как толкуют сектанты, что вначале пшеницу и добрую рыбу за тысячу лет. До последнего дня восхитят на небо. В году 365 дней. Умножить на тысячу лет. 365 тысяч дней. Вот за сколько до последнего дня сектанты суемудрствуют воскресить умерших праведников. Дальше. Матфея 13 глава 30 стих. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам. Соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Это что такое? Во время жатвы. А за жатву что? Сейчас прочитаем. Матфея 13 глава 39 стих. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Жатва кончина века. Во время расти вместе до жатвы. Какое толкование-то надо? Прямые слова Христа и начинает коверкать все евангельское под непонятные стихи 20 главы Евангелия от Откровения Иоанна Богослова-то. Какой же это разум-то? Дальше, Марка. 4 глава, 29 стих. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Все, жатва, кончина века. Жатва, кончина века.
Какого века? Ну, какого века? Всегда смысл один. Кончилась жизнь, часы мира остановились. Последний поворот Земли, последний луч этого Солнца. Солнце и звезды все погаснут. Тысячелетним царством называется время евангельской проповеди от распятия Христа до воцарения Антихриста. Слово «тысяча» в Библии имеет смысл много. Вот и все. Вот это только надо принять, и тогда все встало на место. Они смущаются, там на тысячу встали, воскресенье, уперлись в это. А остальные места вообще не видят. Это узость взгляда на истину. Что такое секта? Узость взгляда на истину. Исхода 20 глава 6 стих. «И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». До тысячи родов. А от Адама до сегодняшнего дня, вот если взять, ну один род сколько, ну раньше он больше был, 25, ну возьмем за 20. Вышел, женился, в 40 лет у тебя сына уже 20. Ну а тысячу родов, это 20 тысяч лет. А сегодня только 7,5 тысяч лет от Адама прошло. Когда все видят, что уже конец, и все эти нанотехнологии, все говорит о том, что к 25-му году, здесь уже в России, должны в мозги чипы загнать. Ну не 25-м, там, 26-м, тут далеко уже не будет. Да. Уже рядом. А всего только 8,5. Даже и так, и то понятно. Тысяча родов имеет смысл не буквальный, а много. Дальше. Псалом 89-5 стих. «Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний». Когда он прошел, и как стража в ночи. Тысяча лет. Ну, а 2000 лет уже что, Бог не поправится с ними? Ясно, что смысл тысячи только один. И Псалом 97 стих. «Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится». Ну, не надо считать, что если падут подле тебя тысяча, а если 2000, Богу уже не отдали. Да ему какая разница, Антанта это или Гитлер, или... Это для него ничто не значит. И 10 тысяч, то есть сравнение. Павел говорит, лучше 5 слов, чем 10 тысяч непонятных. Ну а если 6 слов лучше, нет? Ну это образное выражение. То сцеплять это не надо буквоедством. Первая смерть Адама духовная в момент нарушения заповеди. Вот с этим надо облаженный участие, имеющий в воскресенье первым. А ты пойми сначала, что оно означает. Если это воскресенье первое, какое? Мы должны разобрать, что такое первая смерть. Бытие 2 глава 17 стих. И от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. В тот день умрешь. Адам-то не умер. Не умер. Он был еще изгнан, он еще жил, и говорится, 950 лет. Но тут написано, именно умрешь в день. Мы должны сказать, он умер или не умер, как умер? Ну, духовно, в Адаме все умирают. Во Христе все живут. Он умер духовно, и от него такие рождаются чистые. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. И далее поясняем. Лука 15 глава 24 стих. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Значит, сын, который отступил, духовно умер, а вернулся, духовно ожил. Мертвый и ожил. Как ожил? Он какой пришел, такой и был. Ему температура тела не изменилась, у него ни сырос не исчез. Он такой сидит. Но он теперь жив перед Богом. Где Ефесянам? 2 глава 5 стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Вот как. Мы были, что, мертвых по преступлениям. Адам умер в тот же, именно в тот день. Богоотступничество, неверие, и он был изгнан. 1 Коринфянам. 15 глава 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Тут непонятно разве? И поэтому стих, что имеет участие в воскресении первым, доказывать-то ничего не надо. Читай внимательно римлянам. 6 глава 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи нашем». Значит, мы грешники, вот это смерть, вот она, первая смерть. От первой смерти – первое воскресение. Первое – первое. Первая – это смерть была, да, первая. А второе – второе. Второе телом он умрет, на суде Божьем воскреснет. Вторая смерть телесная, как следствие первой духовной. Поэтому 1 Коринфянам 2 глава 13 стих. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости – изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным». Духовное надо соображать с духовным. Первое было духовное, значит, с духовным. Смерть теперь умер Адам, от нее воскрешение. Вторая смерть, да, вторая, от нее и второе будет восстание. Дальше. От первой духовной смерти должно быть и первое духовное воскресение через рождение свыше. Ефесянам 3 глава 6 стих. «И воскресил с ним... и посадил на небесах во Христе Иисусе». Как воскресел? Ну, он какой был, такой есть. Он так воскрес, что бывает, никто и не заметил даже, тайный христианин. Только обратился. Но он уже теперь был мертвый.
а теперь ожил. Печать Антихриста – это не только 3,5 года царствования последнего Антихриста, но и действия многих противников Христа. Печать невидимая, она идет всегда, еще в Ветхом Завете была. Те, которые неизгладимо приняли образ в себя, Ленина и Еленина, это все с печатью Антихриста. Гитлера, СС, это все с печатью Антихриста. 1 Иоанна, 2 глава, 18 стих. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Это Антихрист теперь. 1 Иоанна, 2 глава, 22 стих. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. А раз он Антихрист, у него печать сатаны уже стоит. Он отвергнутый. Вот поясняю. Вот и эти Антихристы ставят свою печать на своих слугах, а Бог запечатлевает своих, тех, кто скорбит о беззаконии в церкви, в государстве, в духовном плане. В духовном плане, не то, что печать какая-то стоит. И Бог запечатлевает печать дара Духа Святого. Это 2000 лет идет и раньше. Иова, 37 глава, 7 стих. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Печать, уметь доброе дело, это не только дактилоскопия, но конкретно, что творит доброе дело, он запечатлен. И Бог, дающий нищему, нищему дает взаймы Богу. Дальше. Иезекииля, 9 глава, 3, 7 стихи. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Вот, сделай знак. Вот это и было начертание еще до Христа, за 6 с лишним столетий. А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего. То есть от храма начинать проверять, а что там в храме? А вот некоторые священники прилепились к земному, некоторые там идолам жертвы приносили, на них стоит знак сатаны, а вот эти пошли, это знак Божий. Он невидимый, никто не видел, они рядом стоят, они этого не видят. И говорит, и никто не может продать и купить, его знак никто не видит. Но теперь мы понимаем, как это может быть, там чипирование и прочее. Но тогда это просто сам Бог, вдруг человек умер. Но в премудрости Соломона говорится, перед этим Бог пробуждал ангел и говорил, за что ты умираешь. Мне это напоминает поднятую целину, когда там Тимошка Рваный вернулся, и когда их ссылали туда, а Макар Нагульный всю ночь ждал его. И когда он появился, винтовка идет, озирается. И он говорит, гад, повернись лицом к смерти, как он рванулся, а он не видит никого. За это умираешь, и тут же выстрелил. Дать ему знать, и мне вот это место с ним совмещается. Дальше. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, и сказал им, оскверните дом и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли и стали убивать в городе. Как это оскверните? Трупами. Прикосновение к трупу всегда было осквернением. Это такое указание Божие. Ну, допустим, человек принял обет назарейства. Ну, обет назарейства, допустим, 27 лет. И вот она, 7 лет она вина не пьет, виноградные, и кожуры, там, ну, все, что есть, она никак. Но на 7-й год у нее умер сынишка. И она к нему прикоснулась, еврейка, у нее эти дни пропали. Она снова начала 7. Проходит 7 лет, и прямо оставалось несколько дней, внезапно умер отец, и она к нему прикоснулась. Снова пропала, и она 21 год за свое назарейство, это у евреев я прочитал. Вот какое дело. Прикосновение к трупу, а любые мощи называются трупом. Любой труп называется мощи. Откройте словарь Дьяченко. Любой. И поэтому сегодня прилагать это к чему-то, а не к себе. Надо подумать сначала. Освящаемся мы или и оскверняемся. Я конкретно не говорю, какие мощи, что. А везде все цепляется, не понимаю. А как в Новом Завете? А кто говорил, что труп остался трупом? Не надо придумать ничего. Верные Богу ожили через принятие Иисуса Христа в свое сердце. И царствовали со Христом
в этом тысячелетнем царстве евангельской проповеди. Вот он. Здесь люди обращались. Вот здесь он живет сколько там, 30-40 лет. Вот этот, он попал как раз в период тысячелетнего царства. Следующее, здесь, кто бы он ни был, уверовал во Христа, но главное, чтобы он был в церкви. И ну, у него начертание божественное. И священник, когда помазает мир, он говорит, печать Духа Святого, печать. Сектанты не церкви, они не имеют этой печати. И поэтому они в воскресенье первое обольщают людей. А чем опасно такое учение? Ну чем опасно? Тем, что они все время говорят, что церковь вознесется. Церковь вознесется. И Павел говорит, в некоторых разрушает веру, говоря, что воскресенье было. Они рано или поздно попадут в это. Вот те, которые верят, что в последний день, они не могут сказать, воскресение было, потому что они воскресают и говорить некому. А у сектантов обязательно 1000 лет, мы воскреснем, а другие скажут, как адвентисты ставят фильм, там в кустах ребенок, ну что там прикалываешься, выходи, где? Целые фильмы ставят. Поезд идет, машинист, машина, все остается, камуфляж его, его нигде нету. Это выдумка от лукавого, ничего этого не будет. Мы не предупредим умерших. Ибо внезапно, во мгновение ока, и это слова не считали. А вот такое обольщение, и туман, один туман, говорит, в голове. Да. Откровение 1 глава 6 стих. А, вот повыше еще раз повторить-то. Вот еще раз. Верные Богу ожили. Через принятие Иисуса Христа в свое сердце и царствовали со Христом в этом тысячелетнем царстве евангельской проповеди. То есть, это и в наше время. Царствовать значит господствовать над чем-либо, в данном случае над грехом. Священниками и царями. Вот откуда это идет. Откровение 1 глава 6 стих. И соделавшим у нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Цари и священники, мы приносим духовную жертву, молимся Богу, прими жертву уст наших и воздеяние рук, как жертву вечернюю, и царями. Грех лежит у дверей, Каин, но ты господствуй над ним, царствуй над ним. Вот это верующий во Христа. 1 Петра 2 глава 9 стих. Нет, вот. Откровение 5.10. И садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. На земле, как иеговист. А где это будет? Где-то в Царстве Небесном. А остальное сегодня здесь на земле. Мы царствуем. Человек, который отвергся себя, взял крест, следует за Христом, он царствует. В Царстве Божьем мы поймем, что такое. 1 Петра 2 глава 9 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Бытие 4 глава 7 стих. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. Но ты господствуй над ним. Вот как царями и священниками. Царствуй над ним. Римлян 6 глава 14 стих. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Значит, верующие это цари и священники в духовном плане. И сейчас идет тысячелетнее царство. При этом толкование, при таком разумении, вообще никаких противоречий в Библии нет. А почему Христос не учил? Да потому что Он учил о нем, только под другими видами. Царствие Божие внутри вас. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Где оно? Да в лице Иисуса Христа. Тут что непонятно-то? Он владыка субботы, Он владыка Царства Небесного, Он все это сотворил. И далее. В Откровении 20 главы 4 стихе. Речь не о последнем антихристе и не о его печати. Вот и все. Только, то есть антихристы, мы показали, всегда были, которые не принимают Христа, пришедшего во плоти. И в это время, раз их, ну а тоже антихристы, да антихристы, ну этого можем назвать последнего даже с большой буквы антихрист. И вот об этом мы и говорим. Еще раз посмотрим. Христос воскрес, вот он, Голгофа, и вот дальше идет тысячелетнее царство. Тут интересно еще одно место, не указал я. Это 1 Иоанна 3.8. Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Я говорю, скажите, а Христос этот был настоящий? Ну как же не настоящий? Это баптисты все говорят, да, настоящий. Значит, он пришел разрушить дело дьявола. Так разрушил или нет? Да где он разрушил, когда везде все? Но он сковал сатану или нет? Скован сатана на 1000 лет. То есть скован, скование сатаны и тысячелетнее царство это одновременный акт. Как только сковал, наступил, ты еще сковал на 1000 лет. То что, непонятно-то? Я даже не понимаю, в чем у вас вопрос состоит. Сковал, а где он сковал? Как сковал? Откуда знаем? К евреям 2.14. И как дети,
то есть верующий, причастный плоти и крови, то и он, Христос, воспринял он через Деву Марию, дабы смертью своей лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Так лишил он его силы или нет? Если не лишил, то не Христос, обманщик был. Если он не разрушил дьявола, это назначение его было, это не Христос был, у вас выхода-то никакого нет. Или признать, что он скован сатана, лишил его силы, имеющего державу смерти, или это был не Христос. Я посмотрел бы на их глаза, как они смотрят. Люди, а почему у нас они говорят? Ну, давайте так скажем, что в доме у Бога, говорит, в доме Божьем есть сосуды в низком и высоком употреблении. О каких он говорит сосудах? Ну, люди. Ну, все согласны? Ну, конечно, здесь не о горшках говорится, не о тарелках. Ну, так. А теперь, как может сильный взять, если прежде не свяжет его? 12.28 Евангелия от Матфея. А Христос сходил в преисподние места и проповедовал мертвым. 1 Петра 4.6. 3.21. Да Христос сходил в преисподние места? Ну, для адвентиста понятно. Преисподние нету, души нету, вечного мучения нету. То есть сатана полностью завладел сознанием. Ничего нету. Половина Библии выбросили. Еще мало того, надмиваются над такими, как баптисты и другими. Это даже не заблуждение, а помутнение, беснование самое настоящее. Когда воюют против Божьей заповеди. Не надо думать, что здесь Бога нет. И вот здесь заканчивается, до 3,5 года сатана развязан. Вот лишил его силы своей смертью. Вот он приходит, наступает эра Антихриста. Ради избранных дней эти сократятся. Так на сколько? Времени, времен и полувремени. Времени год, времен. Это два, это три. И полвремени, полгода, 3,5 года. 1260 дней, два светильника. Кто? Енох и Илия. Вот начинает плести Зарававеля. Енох и Илия, не вкусившие смерти. Они сойдут и будут убиты. Плоть и кровь Царствия Божия не наследуют. А где они находятся? Иоанн Златоуст ответил, что они взяты, мы знаем. А где находятся, не знаем. Чем питаются, не знаем. Почему? Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Сектанты обвиняют православных, у вас много преданий. Но предание это церковное предание. А у вас вообще вымыслы человеческие. Вы не в последний день, воскресенье, искусственно делаете. Написано, жатва кончина века. Пшеница и плевела растут до жатвы. Нет, за 1000 лет воскрешают их. Я ничего не могу к этому добавить, не верю. Тогда нужно сказать, мы священному писанию не верим. Ну, иеговисты те правильно, может, сделали по-своему. Просто убрали, написали новую книжку. Или как у большинства старообрядцев. Библию читать, с ума сойдешь. Объяснить это дано. Самое опасное у православных состояние, когда объявили Библия Божья книга, сохранили ее, перевели, а народ к нему не привязали. Сектанты это и взяли. И любому православному теперь не берут Библию и говорят, Библия Божья. Ну да, Божья. А ты как считаешь-то? А вот исход-то 20 глава. Не сделай изображение. А 44 глава? А 134 псалом? А 113? А дальше православный-то ничего и не знает. Он бы ему открыл и сказал, Христос в храм приходил. Ну написано, был в храме, выгонял он и сказал, дом мой. Он не сказал, что это чужое капище. А в храме-то были иконы от потолка до полу. Внутри и снаружи изображение. Изображение по-гречески икон. А где известно? В Иезекииле 41 глава, 17 стих. Беседовать-то надо на основании Слова Божия. А если этого нет, ну остальное только так. Канитель одна создается, неверие. Игра. Вот. Аминь. Я не знаю, понятно это? Да. Вот так. Спасибо, ну давай еще один вопрос. Вопрос 370. Почему Адам и Ева не попросили у Бога прощения? Видите, какие у меня вопросы были. Я скажу, это первый том. Потом я здесь уже, как говорится, для сибаритов кушание готовил. В течение одного месяца на все вопросы отвечаю согласно Библии. Но полностью ответ будет дан согласно житии святых. Это 1173 биографии. «Жития святых», согласно 12 книг «Жития святых» Дмитрия Ростовского. И я отвечаю на 800 вопросов. Вопросов на основании «Жития святых». Потом я объясняю людям на основании Слова Божьего. Теперь дальше 2 недели или 3 недели буду отвечать только на основании поэтов России за 300 лет. 300 поэтов за 300 лет что сказали? Это 26 том. А «Жития святых» где? Это 7-8 том. И когда показываешь православным, они не верят совершенно. Этого не может быть жития святых. Я говорю, у меня взято в кавычки. Я оттуда взял и скопировал и вставил. Да неужели у святых так было? Вы жития святых не знаете.
Когда показываю поэтов, то даже те, кто связан с поэзией, журналисты, так неужели Гумилев это говорил? Говорил. Но я показываю, какой, ну откуда. Расул Гамзатов говорил, Дементьев, 300 поэтов, 300, за 300 лет, что говорили. И из каждого нужно взять по теме заданного вопроса, и по 6 поэтов на каждый вопрос. 6 поэтов и опять вопрос. Вопрос за вопросом идут, я отвечаю 6 поэтами. Я говорю, наши книги, они не уникальные, они единственные, таких книг нету. А почему? А Бог дает помощника. Без Евгения Евтушенко мне бы никогда вот эту книгу, 26-й том, не создать. Без Дмитрия Ростовского мне бы не ответить на вопросы по житиям святых. Вот и все. Ну, просто люди, которые не знают, они, лапка не ерети, кто другой. Да с меня это, где попало, там отскочило рикошетом. Моя задача дать, чтобы люди знали, во что они верят. И дальше ответ. Значит, не догадались, что это облегчило бы их участь? На допросе у Бога они вели себя точно так же, как мы на исповеди. Стали обвинять другого, но не себя. Бытие 3 глава с 9 по 19 стих. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог жене: «Что ты это делала?» «Сделала». Жена сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Люди делают поправку на все. А вот мы химии будем протравливать, тернии не будет. Но будете сами отравляться, еще быстрее в прах превратитесь. Не думайте, что эта отрава, пестициды вас законсервируют. Вот отношение к умершему человеку. Сразу было сказано. Никаких комментариев. Святой, не святой. Но нигде в мыслях нет, что его будут выкапывать. Проверять, сотлел, не сотлел, потом резать, потом куда-то его вмонтировать. Вот тут устроили же вот такое из жизни. Ну кто это? Главное, я к этому месту просто хочу сказать. Да, Елисей воскрес. Ну да, это на Елисея-то трупы не бросали, больше ни один не воскресал, и нигде больше этого не было. Но Елисея-то похоронили. Правда, его и нигде и мощей-то нету. Илья Наступник приказал сжечь его. Такое идолопоклонство пошло, как на Хуштана, змея медного. И просто уничтожил, и мощей его нигде нет. А то бы сегодня тут столпотворение было. Нам кажется, что мы распорядились бы в той ситуации намного лучше, чем Адам. Если действительно мы осознали его беду, то можем повторить вместе с Ездрой. 3 Ездра, 7 глава, 48. Это не каноническая книга, 3 Ездра. «О, что сделал ты, Адам! Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим. Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы сделали смертные дела? Нам предсказана вечная надежда, а мы непотребные, сделали суетными. Нам уготованы жилища, здоровья и покоя, а мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачество. Но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных.
светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы. Вот как говорит нам эта книга. А ведь мы и не знаем, просили они или нет прощения после того разговора, который состоялся у Бога с ними. Наши прародители находились в детском, нелукавом состоянии ума. Они ничего не могли скрывать, говорили открыто, как домашние дети. Что-то подобное я встретил в своей жизни только один раз в Америке, где спорили между собой приверженцы белой и красной идеи. Оба верующие православные. Представление о Боге у Адама было не духовное, а как об одном из них, от которого можно скрыться за можжевеловым кустом и оттуда же подавать ему свой голос, как делают двухлетние детишки. По образу сходства их духовного состояния с детьми мы можем предположить, что когда детям вынесено наказание, они начинают конючить. Больше не буду. То, что Адам каялся после изгнания из рая, не должно вызывать никаких сомнений, потому что, согласно церковному учению, он выведен из Шеола в рай. Из Шеола, то есть в преисподние места, где был после смерти. Трудности, какие его встретили после изгнания, забота о сохранении жизни, от враз одичавших зверей и гадов, забота о хлебе насущном и холод на ночном, и притом это ввиду райских ворот. Терзания и скорбь его только увеличивались день ото дня. Быть может, не раз он еще упрекнул и Еву по сходству с нашим поведением, не пропускал случая убить змею. А Ева, быть может, напоминала ему о том, что он глава и не должен был ее слушаться. И, быть может, они имели надежду вернуться в рай, так как Бог не прогонял их далеко. Вполне допустимо, что он желал умилостивить Бога и жертвами, и молитвами, и слезами. Адам – это один из нас. Поэтому в рожденных детях они видели Искупителя, который сотрет главу змея. В действительности же один другому разобьет голову. Так что о покаянии Адама, хотя ничего не сказано, но вполне допустимо. Когда Иоанн Златоуст растолковывает первый стих 6 главы пророка Исаии, где на первый взгляд вообще нет никакой информации, и только скорописцы, бывшие на его богослужении, сохранили нам 6 проповедей по 2 часа. И если только на одну фразу, что Авраам переселился, он точно так же говорит несколько поучений, описывая природу, нравы тамошних жителей, то и нам не препятствует ничего мысленно войти в ситуацию, сложившуюся с Адамом. Ну, я просто говорю о том, не настаивай ни на чем. Мы же как-то подобно в этой ситуации обходимся. Когда следователи что-то исследуют, то они разбиваются на отдельные группы. Допустим, этот человек, вот сын потерялся у него. Но один из вариантов такой, что а какие у них были отношения с отцом, а может он его убил и спрятал. Ну, то есть разные-разные варианты. Другой выкупа какого-то просят, а третий, может, куда-то отправил от родственников, чтобы они его не видели. И вот так и здесь. Мы, перебирая все варианты, примеряем в первую очередь к себе, как бы мы поступили в этом состоянии. Ну, может, кто не слышал, Стефанида и Пахом, как двое, роптали, ну, работают у барина. Ну, и муж-то и говорит жене, да, как бы вот не согрешили Адам-то с Евой-то. Лежали бы мы сейчас, как он барин наш, ничего не делает, у него все есть. Барин услышал их и говорит, а что вы ропщите-то? Разве можно так на Адама с Евой роптать? Ну, а Адам-то, не, если бы послушал Бога-то, ведь он бы не работал. Хорошо, проверим вас. И он взял комнату, отдал им и говорит, со своей Стефанидой здесь и живи. Сколько хочешь, каждый день тебе блюда дают, все наставили. Но вот одна тарелка, одна, ее не прикасайтесь даже, не трожьте, не открывайте. Ну вот все, поели, посидели дальше-то. Не умеет играть, рассуждать не о чем. Ну, поиграли. Ну, дальше-то что делать-то? День-то длинный. Стефанида к нему Пахом. А если посмотреть, что там есть? Ну, хозяин сказал, никак нельзя смотреть. Нельзя. Он сказал, как только узнаю, что открыли. А я узнаю. Я выгоню вас, опять пойдете работать на поле под палящие лучи солнца. И руки-то у вас все в крови, а соль дергаете. Проходит какое-то время, она опять зудит. Ну, с самого краешка, это какое-то такое блюдо, он специально хозяин сделал-то. А, вот там что-то такое есть. Ну, у нас все есть, не надо. Яблоки есть, арбузы есть, тут шашлыки всякие. Ну, ешь. Ну, краешком, лизну только язычком-то, хозяин даже не заметит-то.
Ох, надоело ты мне. Ну ладно, только чтобы никто не увидел. Она только приоткрыла, оттуда мышка шмых. Ай, она вскрикнула, тарелка упала, разбилась. Хозяин открыл дверь. Ну и что? Где кто из вас Адам? Кто Ева? Я говорил вам, что я с выгоню. Да, говорил. Ну я говорил, только одной тарелки не касается. Одной тарелки всего. Ну да. И собирайся на работу. И опять будешь ты работать за пустой трудодень. Ничего у тебя не будет. Ну это... Это сказка ложь, давней намек. Добрым молодцам урок. Слава Иисусу Христу. Веки веков. Аминь.